центр фестиваль нашли бутик Victoria's Secret, были скидки. И Вова подарил мне кошелечек и трусики, трусики, кошелечек. Вот такие здесь трусики красивые. Пакетик такому такого. Я их не хочу прямо распаковывать, что красивый. Ну какого цвета эти трусы? Напишите в комментариях. Это секретно. Угадайте, скажи. Про кошелек. Ну давай, показывай, какого цвета трусы. Какие трусики? Это трусы светло-розовые. Напишите в комментарии, у кого есть такие трусы. Сейчас мы вам покажем портмоне. Серёжа, кошелек у нас аккуратно с ним используйте, пожалуйста. Он такой красивый. Очень серьезно используйте, пожалуйста. Это он может сломаться. Оп, бумажка такая красивая. Ой. Ой. Его ананас тигровый. На него была скидка 40%, и мы не смогли устоять. Золотая. Мне понравился. Точка. Здесь есть дополнительный кармашек для мелочи, для каких-то бумажечек, на заклепке. Золотая фурнитура. Значок. Ого. VS. Цепочка длинная, можно как сумочку носить, и она отстегивается. Это хорошо, красиво. Спасибо. Всем привет-привет. Сегодня будет супер бьюти видео. Я буду показывать много косметики, показывать буду то, чем действительно пользуюсь здесь, в Таиланде, потому что там брала с собой очень много, а в реале пользуюсь вот таким количеством. Вова жалуется, что ему тяжело таскать мои чемоданы. Говорит, то, что Вова таскает по этажам. Ну, извините меня. Сам хотел на долгий период в отпуск. Вот, я закрыла дверь, чтобы не было лишних шумов. Сразу появилось эхо. Итак, с чего же начать? Вот здесь находится моя вся уходовая косметика. Пользуюсь из нее я только умывалкой от Лерак. Она мне безумно нравится, я уже показывала ее. Гидрофильное масло от Kiehl's. Им я не пользуюсь, потому что макияжи я здесь яркие не делаю. Делала всего пару раз, поэтому его и откладываю. Мне не понадобилось. Затем я взяла миниатюрку, тоник для лица от Kiehl's с календулой, который я просто наношу на ладошки без спонжа на все лицо, им я пользуюсь. Получается, я взяла с собой два тоника, зря большой взяла, потому что маленький расходуется очень экономно из-за того, что здесь влажный климат и лицо, знаете, прям вообще неохота ничем мазать, поэтому вот эту банку огромадную зря я взяла. Это тоже классный тоник для лица, для всех типов кожи, такой, знаете, по консистенции беленький. Взяла две маски для лица, тоже миниатюрки, и ими я иногда пользуюсь. Не жалею о том, что взяла увлажняющую маску от Glam Glow, именно увлажняющую, потому что здесь активное солнце, и кожу нужно увлажнять. И иногда я этой маской пользуюсь, когда чувствую, знаете, особенно после пляжа, приходишь и понимаешь, что нужно максимально увлажнить кожу. Вот, я не жалею, что взяла маску от Glam Glow. Не жалею, что взяла с собой супер увлажняющий концентрат от Janssen Cosmetics. Это для сухой кожи, он напоминает по консистенцию гиалуроновую кислоту. Он мне очень нравится. Тоже не жалею, что взяла его, так как здесь мы находимся на солнце, на активном, и очень хорошо увлажняет, запах приятный. Зря взяла с собой эликсир ночной от Kiehl's, увлажняющий, так как это масло. Концентрированное масло, и из-за влажности не хочется его наносить на лицо. Откладываю его в сторонку. Так, следующее. Вот спрей для лица от Гелуаль. У него сломался распылитель. Здесь я слышу, здесь еще есть жидкость, но сломался распылитель, и он как попало вот-вот-вот выходит. В общем, ненормально. Дорогое средство, и сломался распылитель. Конечно, обидно. Клевая штука с тонирующим эффектом для лица. С SPF защиты 50. То есть легкое тонирование и плюс защита перед пляжем, просто так на улицу. Я пользовалась и пользуюсь до сих пор этим средством, и оно мне нравится, поэтому я не жалею, что взяла. Крем для глаз от Clinique Pop Start.
Тоже не жалею, что взяла с собой, так как хочется иногда поинтенсивнее увлажнение, и им я пользуюсь. Он невесомый, как бы легкий. Вы были правы. Действительно, мне понравилось качество Janssen Cosmetics. У меня есть увлажняющий крем, им я пользуюсь, но он большой, но одну большую баночку нужно иметь с собой хорошего крема, как бы. Не жалею, что взяла с собой, так как чувствую, что мне нужен массаж лица иногда, я его делаю здесь у Таек, и плюс еще дополнительно дома под хороший питательный крем делаю вот такой роликовый массаж лица. После него лицо, знаете, красненькое, такой прилив крови. И мне нравится эффект, и мне нравится, что здесь деревянная такая твердая ручка, как бы ничего не произошло, качество хорошее, этот ролик от The Body Shop, я довольна им. Для лица классный массажер, вообще суперский. И любимейшие сухие шампуни от Batiste, клевые, рада, что взяла с собой, и взяла бы с собой только маленькие, если бы знала, что будет так тяжело таскать. Мини-версии — это просто шик и блеск, особенно если вы на короткий период на море, а я, так как надолго, я взяла с собой еще и большие банки. Вот. Еще я взяла с собой лак огромный от Chi для волос, и зря я его взяла, потому что он огромный, я не могла найти поменьше баночку. Производите вот таких же объемов лаки для волос, пожалуйста, пожалуйста. Здесь у меня в уголочке стоит продукция для тела, для волос. Для волос шампунь и бальзам все закончились, классные, и поэтому не показываю. У меня здесь есть вот такое вот средство для Сары. В составе этого средства много масел. Это для детей, тело, волосы. Сара жалуется, что щипит глаза ей этот шампунь, но я не верю. Хочу сама попробовать помыть голову, так как здесь натуральные компоненты. Не должно щипать, но проверю. Мне кажется, она меня обманывает специально, чтобы не мыть голову. Она не любит это дело. Так. Не жалею, что взяла с собой защитное средство с SPF защиты 50 от Гиалуаль. Мне его до сих пор хватает, здесь его много. Напоминаю, что покупала я его перед Турцией. Еще у меня есть масло от Nuxe с SPF защитой 10. Мне нравится, что оно в виде спрея, это очень удобно. Дальше у меня, после солнца мы здесь приобрели в Таиланде алоэ. Если вдруг у вас ожог солнечный, или, может быть, вы перегрелись на солнце, то очень хорошо помогает. Для тела я использую еще крем, я вам показывала, от The Body Shop. Очень ароматный. В Таиланде здесь еще распространены кристаллы для зоны подмышек. Они защищают вас от пота 24 часа, ну, как здесь написано, но я не очень ими довольна. Они не такие, конечно, мощные, эффективные, как наши популярные, там, не знаю, Rexona, так как все-таки натуральные компоненты здесь. И я рекомендую девочке переходить на вот такие кристаллы, на натуральные органические средства. Они безопасные. Почитайте, почему наши привычные Rexona, Dove и так далее небезопасны. Они говорят, что они могут вызывать рак молочной железы, но это как версия, поэтому переходите на вот такие натуральные кристаллы, натуральные средства и так далее. У меня два таких. Одно в виде спрея от Леврана, дикая роза, тоже на натуральных компонентах дезодорантик, и кристалл, который вот в Таиланде. Здесь их много. И сейчас покажу вам несколько продуктов для мейкапа, которыми я пользуюсь постоянно и которые вообще не жалею, что взяла с собой. Они очень классные. Пойдемте. Косметики я взяла тоже немало. Вот у меня косметичка полная. И практически всей этой косметикой я не пользуюсь. Вот представляете, взяла с собой, она просто валяется. Только на Новый год делала макияж. И все. Косметика, которой я реально пользуюсь иногда. Тональный крем я не брала. Взяла с собой только консилер. Им я маскирую какие-нибудь покраснения, бывают, либо там синячки. Поэтому вот, только консилер. Ни тонального крема, ни пудры, ничего. Только консилер. И супер средство для бровей, которое я показывала. Супер стойкое, супер пупер, мега, от которого я в восторге. Особенно здесь, а так как влажный климат. Косметика вся течет на лице. Мы купаемся. В общем, все смывается с лица, кроме этого продукта. Этой пудры для бровей.
у меня в оттенке вот таком оттенке. У кого проблемы с бровями, если вы их постоянно подкрашиваете, и если вы едете на море, то это просто must have. Вот я пользуюсь им, пользуюсь, еще раз пользуюсь. Пользуюсь тинтом как на щеки, так и на губы. Иногда вот как бы походный наборчик. Тушь для ресниц. Я жалею, что я не взяла водостойкую, но это тоже неплохая. И еще забыла вам показать матирующие салфетки. Они здесь продаются на каждом шагу, в каждом 7-Eleven, но они помогают избавляться от блеска на лице. И, девчонки, не забудьте взять с собой от комаров средства, либо здесь уже купить. Вот мы купили здесь повсюду комары.